Приветствую, друзья! Как стимулировать поисковую работу мозга? Это такая важная тема, потому что какой бы вопрос мы ни решали, будь то бытовой вопрос, будь то вопрос, где деньги взять, или вопрос, как наладить личные отношения, или как лучше выступить на соревнованиях, ну какой бы вопрос мы ни решали, зависит от того, насколько в этот момент подключается поисковая активность мозга, которая обычно блокируется излишним нервным напряжением, которое заставляет нас и дрожать, да, которое заставляет нас много отвлекаться от темы, не дает сосредоточиться, блокирует сознание и организм. Вот как стимулировать поисковую активность работы мозга? Это просто вопрос вопросов, потому что касается решения любых вопросов. Это интересно, да? Вот такой вебинар мы хотим сделать с Аленой Мишейлой, где каждый даст свою концепцию, как это делается, и свои наработанные за годы приемы. Короткие приемы, которые помогают быстро снимать стресс и стимулировать поисковую работу мозга. И, соответственно, я тоже там свою часть, потому что я ее тоже годами вырабатывал на опыте выведения людей из тяжелых стрессовых состояний и детей, и взрослых. И потом для их восстановления после каких-то чрезвычайных ситуаций, экстремальных событий. Ну, посмотрим. Мне кажется, что эта тема очень важная и поэтому полезная и, наконец, привлекательная. Хочу, чтобы больше людей подключилось к этому вебинару. Мы дадим Zoom, как обычно, по традиции, и там же мы привлечем ваше внимание к тому, чтобы вы задавали вопросы, самые неожиданные, на которые мы будем отвечать. Ну, покажем приемы и ответим на вопросы. И все будет в одном вебинаре. Так что, друзья, подключайтесь. Тема, повторяю, как стимулировать поисковую активность работы мозга. До встречи!